Ледяная корка на поверхности почвы, которая образовалась из-за зимних осадков, может не позволить весенним талым водам вовремя уйти под землю. Нынешняя зима на Алтае удивила даже синоптиков и гидрологов, дождями в том числе. Этот факт и обилие снега может спровоцировать подтопление талыми водами. Так насколько сложна нынче паводковая обстановка и как Барнауле готовится к возможным подтоплениям? Поговорим сегодня в студии с Владимиром Драчевым, начальником управления по делам ГОИЧС города Барнаула. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Рада вас видеть. Здравствуйте. Ну, почти середина марта у нас, середина прямо. Наверняка держите связь с нашим гидрометцентром, созваниваетесь, какие прогнозы дают специалисты, потому что вот я точно знаю, что в середине марта они обычно говорят, что прогнозировать уже можно. Да, если вы прекрасно знаете, что у нас паводок имеет две ступени развития. Это первая ступень, это когда формируется активный склонный исток. И вторая ступень, это когда приходит коренная вода. Так вот, мы сейчас в преддверии первой волны паводка. Основные факторы, которые влияют на развитие паводковой обстановки, это в первую волну формирование склонного стока, это является, во-первых, наличие снегозапасов. Вот, кстати, много ли? По городу Барнаулу он оценивается 80% от нормы. Второй фактор – это наличие влаги в снеге. Он 100%. Бывает и меньше, да? Да, бывает и меньше, потому что снег, он может быть и пушистый, а может быть и пропитан галимой водой. Поэтому у нас сколько снега, столько и влаги. А в связи с чем это? Что вам говорят в гидрометцентре? Или вы как со своим опытом же тоже знаете, почему такая ситуация происходит? Потому что большие перепады температуры были в зимнее время. Вот мы анализировали ситуацию. За зимний период у нас 17 дней были с положительной температурой. Это было в декабре, это было в январе. То есть те месяцы, когда должна быть постоянно минусовая температура, у нас был плюс. Естественно, он набрал влагу, он подтаивал, он превращался в лед. И тем самым он образовал определенную корку льда на земле. И, собственно, уходить будет плохо, если сейчас начнет так. Или, может быть, уже такая ситуация? Да, она уже существует, такая ситуация. Вот, будем говорить по-научному, инфильтрация воды в почву, она будет практически нулевой. И поэтому сформировавшийся склонный исток, он пойдет просто верхом везде. Угу. В землю вода уходить не будет. Затон, да, у нас микрорайон, который, в принципе, даже в своем названии содержит такое слово, которое предполагает подтопление. Какие районы Барнаула, кроме Затона, входят в зону риска? И могут ли быть они подтоплены, в ближайшее время, когда начнет таять снег? Мы ежегодно анализируем ситуацию и собираем данные как с районов, как и дорожников, как и благоустройства. Мы понимаем ситуацию, которая может сложиться на территории города. Вот риску подтопления склонным стоком у нас подвержено 46 участков дорог. Это много? Да, это очень много, это приличное количество. А если мы говорим, например, какие-то всем известные дороги, которые подвержены подтоплению? У нас это места всем известны, допустим, пересечение Павловского тракта и улицы Попова. То есть достаточно таких мест. Кроме того, у нас в зону подтопления подпадает 406 придомовых территорий, в том числе 25 многоквартирных жилых домов. Это в каких районах? Это практически по всему городу. Берем тот же индустриальный район, несколько адресов на Панфиловцев, где дома посажены низко, и там, если своевременно не вывести снег с территории, то там возможно подтопление. То есть раньше мы знали там поселок Ильича, Затон, теперь у нас еще добавилось достаточно... Это всегда это было, потому что, поселок Ильича и Затон, это на вторая волна паводка. А формирование склонного стока, это первая волна паводка. И я хотел бы сказать еще о третьем факторе. Я сказал о снегозапасах, о влаге в снеге. Еще нужно смотреть на ту температуру, которая у нас будет в момент начала активного снеготаяния. И какая? Мы сейчас прогнозируем, на следующую неделю уже в дневное время будут уже положительные температуры, но не такие очень
резкие, резкие, но в ночное время будут отрицательные температуры, и поэтому как бы склонный восток будет исходить потихонечку. Ну а если когда температура перейдет как ночная, дневная за ноль, то это начнется активное снеготаяние, влаги много, земля ее принимать не будет, и это все пойдет по ливням, канализациям, по лоткам, по стокам, и они могут не справиться и переполнить. И вот за счет этого и подтопляется вот данный участок территории. Ну, смотрите, вы же все равно готовитесь и какие-то меры предпринимаете. Самое большое подтопление было в 2014 году, зато не помним. Вот с тех пор все те же самые меры вы принимаете перед подготовкой к паводку или, может быть, что-то меняется с годами? В принципе, оно ежегодно. Вот мы разрабатываем, уже начиная с конца прошлого года, мы разрабатываем план мероприятий, который будет направлен на снижение риска подтопления следующего года. Потому что вот в этом году у нас утвержден план, в котором прописано более 52 мероприятия. То есть он расширенный такой, да, план? Да, он расширенный план. На него выделили деньги из бюджета города. Это приличная сумма, это 14 миллионов рублей. И то есть мы ежегодно видим новый участок, мы туда проводим определенные мероприятия. Или укладываем лоток, или приводим какие-то отводные каналы, строим. Если говорить конкретно меры, чтобы вот люди поняли, что сейчас делается для того, чтобы избежать возможных подтоплений вот на этих участках, о которых мы говорили. Да. В настоящий момент там проводится, ну, во-первых, это очистка всех ливневых стоков, идет расконсервация, уже практически все ливневые канализации расконсервированы, идет их очистка, их пропаривание. То есть мы готовимся в этом деле. Это самое главное, основное. Это подготовка пропускной способности той системы, которая у нас существует. Это нужно, ну, сами прекрасно понимаете, что вот эта погода, она везде все сковано льдом, и это осложняет эту работу. Ну, проводим очистку. Если говорить в процентном соотношении, большое количество уже работы вот именно по ливневкам проделано? По ливневкам, будем говорить так, по ливневкам это порядка сделано на 50%. Ну, это нормально, то есть к сегодняшнему дню? Да, это, будем говорить, что это в плане, но потому что работа идет ежедневно и в выходные дни. И вот именно в тех районах, о которых, да, мы с вами районах, говорили, сложно. Да, во всех районах. Это, ну, основные, больше всех мероприятий проводится это в центральном индустриальном районе. Там они подвержены подтоплению. Индустриальный район в том плане, потому что он развивается, строится, появляются новые микрорайоны. Естественно, вот смотрим эти все места и включаем план и проводим мероприятия. Угу. Людей предупреждаете каким-то образом о том, что, ну, мало ли что, может случиться все-таки? Ну, естественно, предупреждаем, но это в большей степени касается второй волны паводка. Когда, ну, это вот затон, да, да, обычно? Да, затон. Естественно, затон. Опять же говорю, что не в марте мы начинаем подготовку, мы заблаговременно в прошлом году готовим план. С февраля месяца уже идет подворовой обход. Мы уточняем количество проживающих жителей, выявляем маломобильное население, ведем перепись животных, которые проживают. Инструктируем, раздаем памятки. Даже, ну, всегда рассчитываем на самый плохой исход, чтобы, может быть, провести эвакуацию, уточняем, куда они пойдут. Пункт временного размещения или к родственникам. Вот смотрите, если мы рассмотрим все-таки критические какие-то ситуации, да, то какая отметка для Барнаула в этом году, ну, я не знаю, первая волна, вторая волна будет критическая, и сколько, допустим, домов, и сколько населения может пострадать? Ну, у нас от реки Об всегда страдают два поселка, это микрорайон Затон и поселок Ильича. Значит, ну, отметки критические там разные. Вот если взять микрорайон Затон, то начало подтопления критической отметкой для Барнаула считается 5,60 относительно поста, нуля водомерного поста. В зону подтопления попадает 683 дома с населением 2068 человек. То поселок Ильича, у нас там
отметка подтопления намного выше, она составляет 650 сантиметров относительно нуля водомерного поста, попадает 1000, по-моему, 70 человек, 428 домов. Но это в случае катастрофического затопления, которое у нас произошло в 2014 году, когда затопило и поселок Ильича, и микрорайон Затон. Но мы, у нас есть уровни воды, у нас построены модели подтопления. Вот, допустим, при 560 сантиметров у нас подтапливают 70 приусадебных участков. А уже при 585 у нас уже вода заходит в первый дом. И практически с дискретностью в 10 сантиметров у нас есть все модели подтопления. Кто попадет и как попадет. А достаточно ли техники для вот возможного подтопления? Потому что, я так понимаю, все может быть, несмотря на то, что вы готовитесь. Ну, достаточно ли людей? Еще раз напомню, что мы ежегодно разрабатываем план снижения рисков в период паводка, опасный период. Мы уточняем силы и средства. Вот на этот год у нас спланировано в случае, в самом наихудшем случае, 1340 человек, 517 единиц техники. Но в этом году мы основной упор делаем, понимаем, что склонный восток будет очень активный, и мы в этом году сделали упор на водооткачивающую технику. В настоящий момент мы проводим смотры конкурсы по каждым по районам, и вот у нас спланирована работа 121 единицы вот этой водооткачивающей техники. Это, я так понимаю, больше, чем раньше было, да? Да, оно на 20 единиц больше, чем в прошлом году. Ничего себе. Потому что мы понимаем, что с чем придется нам столкнуться. Это на критическую какую-то историю, да? Или уже она работает? Нет, она уже вот 121 единица техники, которую мы реально уже 3 района проверили, каждый насос, каждый автомобиль осмотрели, проверили ее работоспособность, мы проверяем. Вы пока проверили, но она еще не используется. Ну, будем говорить так, что уже было в этом году 9 заявок на подтопление отдельных участков дорог, отдельных придомовых территорий, отдельные подрядчики уже работали. Уже в этом году было такое. Но я хочу еще сказать, что в каждом районе сформированы бригады. И в случае, если вот житель сам не справится, то он всегда может обратиться или в диспетчерскую района, или на основной телефон 112, или в единую дежурную диспетчерскую службу города по телефону 299-188. Потому что вы будете следить, но, как говорится, если вдруг человек заметил, пожалуйста, пусть звонит. Да, он может спокойно обратиться, мы окажем ему помощь. А вот что касается гидротехнических сооружений, сколько их на территории города? Ну, и готовы они вот к пропуску талых вод? Ну, у нас на территории города нет гидротехнических сооружений. 9 из них находятся в муниципальной собственности, и 2 гидротехнических сооружения находятся в собственности, одно в собственности ТЭЦ-2, а одно в собственности ТЭЦ-3. Ну, у нас сформирована в городе межведомственная комиссия, которая в настоящий момент проходит осмотр, оценку и проверяет их готовность. Поступили доклады уже от акционерных обществ по ТЭС-2, ТЭС-3 о готовности и гидротехнических сооружений, потому что они проверяются самостоятельно и Ростехнадзором, они представили нам акты. Муниципальные же гидротехнические сооружения мы в настоящий момент проверяем. И я думаю, до конца следующей недели мы закончим их проверку. Кроме того, администрация города заключается контракт с подрядчикам на их содержание круглогодичное, на поддержание готовности и на проведение тех мероприятий, которые необходимо провести во время пропуска вот этого склона Востока. Но на данный момент ситуация спокойная. Когда вы вообще, ваша служба начинает волноваться, или вы всегда спокойны? Ну, говорить о спокойствии, ну, это как бы слово такое. Мы в постоянной готовности, и мы готовы в любой момент прийти на помощь. Я уже назвал те телефоны, которые, это 112, и в единой диспетчерской службе, к которой может любой гражданин обратиться, и мы всегда придем на помощь. Мы эту ситуацию, я уже говорю, отслеживаем. Поэтому о спокойствии говорить, как бы, может быть, неправильно, а вот о постоянной готовности, это да, мы говорим, мы всегда готовы. Мы готовы прийти всегда на помощь, послать специалистов туда, направить технику. А вот такая погода может спровоцировать подтопление уже, допустим, с какого времени? Ну, мы думаем, что уже локальное подтопление начнутся на следующей неделе.
с 20-х числах. Как традиционно, у нас начало первой волны половодья, третья декада марта, начало апреля. Вот это начало первых подтоплений. Я надеюсь, что сил и средств хватит, вот, потому что вы целый год готовились к тому, чтобы у людей все было спокойно. Да, полностью, я считаю, да. Справимся. Спасибо большое. А я напомню, что сегодня мы говорили с Владимиром Драчевым, начальником управления по делам ГУ и ЧС Барнаула.